Labor vakarai visiems. Tokia, kaip žinot, ne visai linksma diena. Visa Lietuva mini filosofo Leonido Donskio mirtį, negali niekaip atsitokėti. Ir tai į kontekstą šitų renginių, kurie skirti, daugelis renginių dabar Vilniuje skirti, kaip žinote, rugsėjo 23-ąją, kuri minima kaip Vilniaus geto likvidavimo. Tai tokios, na, susikaupimo ir liūdnos minėjimo datos. Bet mes manom, kad jos turi būti prasmingos, jos apmąsto mūsų egzistencijos trapumą, taip pat ir mūsų istoriją ir kažkokius viltingus joje esančius momentus, kuriuos mes taip pat šitam liūdno kompone mėginsim iškelti. Ir šiandien labai gera proga tą padaryti, nes turim puikų jidiš literatūros specialistą, daktarą Mordechajų Žukovskį iš Jeruzalės, kuris jau ne pirmą kartą tarp šių sienų kalba apie jidiš literatūrą. Šiandien jis jau bus pakreipęs kaip tik tokia tema apie kūrybą, apie poeziją, muziką, dainą, jidiš aplinko, jidiš terpė, kuri yra, kaip jis man sakė, ne apie holokaustą, bet holokausto apšyvaizdui, holokausto kontekste. Turim taip pat nuostabų muzikantų atlikėjų, duetą, galima sakyti, Marina Jakubovič, kuris pirmą kartą pas mus, labai sveikinamu, ir Lev Sandiu, kuris labai garsus Klezmasters ansamblio Maskvoje vadovas, jau koncertavo su mumis kartu Neringoje ir tikimės, kad jis dar daug kartų čia pas mus pasirodys ir mes jį matysim. Taigi linkiu maloniai praleisti vakarą, nors mūsų nedaug suprantam, atsiprašau, turiu atsiprašyti už tai, kad turėjom sukeisti tas dažas. Tiesiog norėjau, kad nesikirstų mūsų renginiai su rytoj vykstančiais. Ir kviečiu rytoj visus ateiti, kas gali, į Rotušę, kur koncertuos ansamblis iš Izraelio. Irgi šią protą. Aš pas ketinu ten dalyvauti, kas gali, labai kviečiu. Taigi, linkiu gerą vakarą ir turbūt pradėsim nuo to, kad pradėsiu dr. Mordechajų Žukovskį su paskaita. Paskui turėsim muzikinę dalį ir vadulėti Добрый вечер. Это будет литературно-музыкальная программа, или, как мы ее называем, лекция, концерт. И она посвящена феномену. Этот феномен заключается в том, что литература о Холокосте есть на всех языках. На идыше произошло нечто совершенно удивительное. Возникла литература, особенно поэзия, во время Холокоста. Я только хочу один факт маленький напомнить, что накануне Второй мировой войны, то есть по оценке на 1939 год, в мире живет примерно 17 миллионов 700 тысяч евреев, из них около 12 миллионов живут на идыше, то есть это был язык 2/3 еврейского народа. В Восточной Европе процент был еще гораздо более высокий говорящих на идыше. У нас нет точной статистики, но есть предположение, что из 6 миллионов жертв катастрофы, Холокоста, около 5 миллионов ушли в последний путь с идышем на устах. Поэтому неудивительно, что все это творчество во время Холокоста, оно было именно на идыше. Но тут встает один вопрос. Такая огромная литература, как была сформирована на идыше перед Второй мировой войной, она не предвидела вот что-то страшное. В ней нет практически предвидения катастроф.
Всего лишь мы знаем несколько песен, стихотворений, где есть вот черное пророчество. Одно из них вы наверняка знаете, это Мордехай Гебиртик, польский краковский трубадур, Унзерштетл Брент, наше местечко горит. Он пишет это стихотворение и музыку к нему в сентябре 1938 года, то есть за год до того, как война появилась. И это никакого отношения не имеет к Холокосту, это его реакция на погром в местечке Пшитек в Польше. Потом уже, как бы задним числом, эта песня стала, как бы, получила интерпретацию Холокоста. То есть там есть такие слова: «Наше местечко с нами вместе взойдет во пламени». Потом, задним числом, это была трактовка этому стихотворению как превозвестие Холокоста. Есть еще одно стихотворение. Его написал поэт Яков Гладштейн. Яков Гладштейн родился в Люблине в 1896 году. И он никаким образом не чувствовал то, что происходит вот здесь, в Европе. Да? Вот говорят, что в Европе чувствовали, вот предвосхищали события и так далее. Очень спорный вопрос, чувствовали ли. Он уже в 1914 году, то есть когда началась Первая мировая война, он уехал в Америку. Он сидит в Нью-Йорке, то есть он не находится здесь. И представьте себе, в апреле 1938 года, то есть полтора года до того, как война началась, он пишет стихотворение «Агуте Нахт Велт» – «Спокойной ночи, мир». И вот что он пишет: «Агуте Нахт Гройсе Паскудне Велт» – «Спокойной ночи тебе, большой и паскудный мир». Не ты, а я закрываю ворота и ухожу назад в гетто. Он по идеологии своей был коммунист, интернационалист. И как бы вся его идеология была направлена на то, чтобы евреи вышли из гетто и как бы смешались с другими народами, то есть мировая культура и так далее. И он говорит: я ухожу назад в гетто. В моем длинном халате, это вот одеяние хасида, да, или религиозного еврея, длинная капота, с огненной горящей желтой латой. Имеется в виду, вы понимаете, что это, да, вот желтая звезда шестиконечная. Еще нет этих звезд, еще война не началась, еще гетто нет. Он предвосхищает это. То есть это действительно вот такое вот черное пророчество человека, который непонятно откуда это к нему пришло, откуда он это взял. Еще нет ничего. Ну, в Германии есть гонения какие-то, да? Но нет гетто там, нет этих звезд и все. Правильно, есть люди, говорят, да, мы были в средние века. Правильно, в средние века были такие звезды. Но кто знал, что оно спустя 500 лет вернется? И дальше он говорит: я ухожу назад в гетто. Я сотру все следы, шмат, это значит переход в другую веру или растворение евреев в другой культуре, то есть ассимиляция. Вот он говорит: я сотру все следы ассимиляции, и я буду воспевать мертвую еврейскую жизнь. Еще еврейская жизнь повсюду цветет, она еще ничего не происходит. И он уже предвосхищает мертвую еврейскую жизнь. И в этом стихотворении он предвосхищает молчание мира. Он говорит: ты, Хазари Шардарич, свинский немец, Файнтлахарлях, враждебный поляк, он даже дает как бы порцию той стране, в которой он живет. Говорит: Досландфун Зойфнун Фресен, страна жратвы и питья, то есть Америка. Митире калте симпатия компрессен, с ее холодными компрессами симпатии. Тогда, ведь, вы помните, в Советском Союзе был лозунг, что такое коммунизм, это советская власть плюс электрификация, да, всей страны. И вот электричество, как бы считалось в 30-е годы, оно считалось символом прогресса.
И вот он говорит, если это то, что принес прогресс, то не нужен мне этот прогресс. Он говорит, а гуте нахт, спокойной ночи, электричце хуцпете вэлт, обнаглевший мир электричества. Если это то, что принес прогресс, то мне не нужен прогресс. Я ухожу назад к своим кривым улочкам, к моему горбатому фонарику, к моей Торе, к моей Гмаре, то есть к священным книгам. Я ухожу к моему закону, к справедливости. Мир, я с радостью ухожу к тихой свече гетто. Я мир возвращаю тебе всех моих, в кавычках, бафраер, освободителей. Кто не освободитель? Он говорит, возьми себе своих Иисус Марксов. Он их объединил. Говорит, возьми себе своих Иисус Марксов. А я буду ждать. Я буду ждать его, Машиаха, Мессию, Избавителя. И хотя он запаздывает, я верю, что на нашем дереве еще разрастется зеленая листва. Я верю, что еще будет торжество. Мне не нужно утешение. Я ухожу в свое закрытое пространство, далее дамыс, говорят на еврейском, мои четыре стены. Я ухожу от идольской музыки Вагнера к моему нигуну. Нигун – это традиционная еврейская мелодия. Я целую тебя, мертвая еврейская жизнь. Во мне плачет радость возвращения. Вот это стихотворение написано в апреле 1938 года в Нью-Йорке. То есть еще не началась война, полтора года войны, и он уже предвидит мертвую еврейскую жизнь. Он предвидит желтую лату. Он предвидит поведение мира, да, он говорит, это электризованный гехуцпета, то есть обнаглевший мир, он это все предвидит. Вот практически вот эти два произведения, они являлись у нас вот единственными какими-то провозвестниками катастрофы. Больше литература идиш не предвидела этого. То есть была огромная литература, где мы не очень находим вот предвосхищение трагических событий. В этой литературе есть много пластов. То есть это огромное, огромное творчество, есть много пластов. Один из пластов – это пласт имен. В иудаизме имя, у него есть очень большое значение. По Кабале, или скрытая Тора, как ее называют, имя человека, оно определяет судьбу человека. И не зря наш Национальный институт памяти Холокоста, Яд Вашем, он называется как бы память и имя. И его мото, его кредо, это Леколь Иш Ешем, у каждого человека есть имя. И как бы основная цель этого Яд Вашем, это восстановить имена погибших в Холокосте. На сегодняшний день, насколько я знаю, было восстановлено около 3 миллионов имен, то есть половина примерно. И Яд Вашем постоянно призывает людей, если кто знает о ком-то, о погибшем, заполнять специальные листы с именами. Да? И вот представьте себе, на идише практически во время катастрофы есть огромный пласт поэзии, который состоит из имен. Одно из таких стихотворений написал поэт Аарон Цайтлин. Аарон Цайтлин, он сын Гилеля Цайтлина, Гилель Цайтлин, он был исследователь хасидизма, ивритский писатель, мыслитель. Сын его, Аарон Цайтлин, он в молодости немного отошел от религии, отошел от традиционного образа жизни. После катастрофы он, наоборот, укрепился в вере. И вот уже после катастрофы он пишет стихотворение, поэму, вернее, которое называется «Поэма веры, которая после Майданика». То есть он спрашивает сам себя, как после этого всего можно сохранить веру. И в этом стихотворении почти нет слов.
там одни имена. Стихотворение называется «Имена еврейских детей». В идыше очень есть много уменьшительных ласкательных окончаний. То есть, если есть, допустим, имя Лея, да, из нее можно сделать «Леенью», «Леяле», «Лейкеле», «Леяши», то есть много таких окончаний можно. И вот на этом построено стихотворение. Если вы, кто был в Яд Вашем, то вы, наверное, знаете, там есть зал детей, памяти детей, и там четыре свечки, которые отражаются 1,5 миллиона раз. И вот я принес это стихотворение в Яд Вашем, и сегодня очень многие инструкторы Яд Вашем, когда заходят перед вот входом в этот зал, они зачитывают это стихотворение. И на людей это оказывает какое-то магическое такое действие, то есть вдруг каждая свечка получает имя. И вот такое стихотворение. Блимеши, тойбеши, рибеле, лейеню, фейгеню, переле, хацкеле, мотеле, кивеле, гершеле, лейбеле, береле, шайеле, хаеши, голдеши, менделе, гненделе, гминделе. Все имена, имена, имена. Их цель индернахт, шлофлоза, немен фон идише киндерле. Я в бессонную ночь перечисляю имена еврейских детей. Немен фун идише киндерлех, имена еврейских детей. Рахелех, рохелех, нехелех, гецелех, велвелех, вигдерлех, янкелех, йойнелех, мехелех. А сейчас, в следующем куплете, он употребляет средство, которое называется аллитерация. То есть это подчеркивание смысла через повторение какого-то звука. Да? И в каждой строке есть один звук. Вот «к», «к», да, буква еврейская «ку». «Копеле, ву издай кепеле». Где твоя головка, копеле? Дальше «э». «Ву издай гентеле, ентеле». Где твоя ручка, ентеле? «Ву издай фе», «фей», буква. «Ву издай фиселе», «фейгеле». Где твоя ножка, «фейгеле»? «Немен одосес беглибнор». Вот что осталось, имена. «Шмереле, переле, береле, шимеле, шиеле, шаеле, блимеши, тойбеши, ривеле, ойс». Все, нет больше. «Ничто шоим», нет больше. «Ничто шоим ли гешелех», нет уже. «Гешелех», «гешелех», «пешелех», «инделех», «кланген», только звуки остались. «Лид кланген», звуки песни. «Немен фон идише киндерлех», имена еврейских детей. До сих пор были вопросы, где твоя ножка, где твоя ручка, а вот ответы. Еще два вопроса, два ответа. «Ву издайн фиселе зиселе» и «где твоя ножка зиселе». «Цавик», «ц». «Ципеле», «ву издайн цепеле», «ципеле», «где твоя косичка». И вот ответы. «Ройх бисту», «ентелес хентеле», «дым ты», «ручка ентеле», «аш бисту», «пепел ты», «копеле скепеле», «голова копеле». Видите, стихотворение, которое полностью состоит из имен. Тут считанные слова есть. Имена, имена, имена. Теперь. В поэзии Холокоста есть огромный пласт песен, стихотворений, которые обращаются к детям. Одна из таких песен – это колыбельная, но очень-очень страшная и грустная колыбельная. Ее написал в гетто Лодзи еврейский писатель и поэт Ешаяу Шпигельс. Он выжил, он был один из, он прошел через Аушвиц, он выжил, он после войны приехал в Израиль, он умер своей смертью в 1983 году. И вот вы знаете, наверное, этот рассказ жуткий, что когда из Лодзи были отправлены 5000 детей, и председатель Юденрата Ромковский говорил: «Приносите, приносите ваши жертвы». И родители должны были выбрать между двумя детьми и сказали: «Принесите в жертву маленького ребенка, чтобы спасти большого». Это страшная совершенно вещь. И вот после этого он пишет колыбельную песню. И другой человек, который тоже где-то был, написал к ней музыку, Давид Бейдельман.
Это песня Махцуды Эйбелах «Закрой свои глазки». Она стала, ну, если можно вообще такое слово употреблять, шлягером Холокоста. Тысячи матерей убаюкивают детей с этой песней. «Закрой свои глазки, вот прилетят птички и будут кружить над твоей головой. Пакет у нас в руках, дом сожжен до пепла, и мы пойдем, дитя мое, искать счастье. Бог закрыл перед нами весь мир, повсюду ночь, она ждет нас со страхом и с ужасом. Мы оба стоим здесь в этот тяжелый час и не знаем, куда ведет путь. Нас, голых босых, выгнали из нашего дома во тьму, нас гнали по полю, по буре, по ветру. Буря, ветер, град провожали нас в наш путь, в бездну этого мира. И вот эти вот слова «бездна этого мира», они являются как бы символом этой песни. Мы сейчас услышим эту песню. Thank you.
песни Холокоста – это одна сплошная метаморфоза. То есть то, что вот народное творчество творило в этот страшный период, это просто трудно пересказать, трудно рационально осмыслить. Были песни, которые весь народ знал, все знали. Например, песня «Роженьки с Митмандлен», да, «Миндаль и изюм». Это была народная песня, театральная песня. Не было человека, который не знал ее. В том же «Гетто Лоц», вот этот же Ишаяу Шпигель превращает эту песню в отрицание. То есть он сделал «Ниткин роженьки с ниткин мандлен», то есть не изюм и не миндаль, отец не поедет продавать и так далее. То есть тот же самый мотив берется, фольклорный, известный, и превращается в отрицание. Другая песня, которую весь еврейский народ знал, это, вернее, стихотворение, это стихотворение Бялика «Под зелененькими деревьями играют самой Шелек Шлоймелах, а на снежках играется Сорелех Лейлах» и так далее. Не в здесь, в Европе, а в Тель-Авиве сидит поэт Йосиф Паперников в 1942 году, который приехал в Израиль еще в 1924 году из Польши, и превращает опять же это стихотворение Бялика в отрицание. И он пишет: «Ой, унтер ди грининке пойлише беймелех, под польскими зелеными деревцами шпилзихмер ниш мой шелошлоймелех, уже не играются мой шелошлоймелех, шпилзихмер ниш сорелех лейлех, уже не играются сорелех лейлех, ниш тот ди грезлет, ниш тот ди шнейлех, не на траве и не на снегу». То есть он практически не меняет слова, он просто берет слова Бялика и превращает их в отрицание. Очень часто брались старые известные песни, и им додавались новые куплеты, или на ту же музыку создались новые слова. Мы впоследствии еще с вами много сегодня будем говорить о вильнинском поэте Шмерке Кочергинском, вот он в очках, да? Шмерке Кочергинский, например, берет старую театральную песню «Купите бублички», которую, ну, не было человека, кто ее не знал, и превращает ее в «Койф гетто бейгелах», да? «Купите бублички у гетто». И по этой песне вы можете ходить с экскурсией по вильнскому гетто. То есть он вам четко описывает, что творилось на воротах, куда рабочие шли, тысячи рабочих. И у комитета, имеется в виду Юденрат, который вот в здании бывшей реальной гимназии был, что там стоит девочка и продает, говорит, черные, вот непонятно из чего они слеплены, эти бейгелы, бублички, и слышится вот этот уличный крик «Купи, купи, купи». То есть известная песня, и ей придается новая трактовка. Сейчас мы услышим еще одну очень известную песню, театральную песню. А, кстати, самые известные на идише песни – это песни еврейского театра и кино. Особенно вот те, которые пришли из Нью-Йорка. Тот период, который принято называть «The Period of the Second Avenue», период второй авеню, 20-30-е годы, когда Нью-Йорк стал империей еврейского театра. В 1928 году на одной только Second Avenue играют 23 еврейских репертуарных театра и еще 7 на Бродвее. То есть 30 театров в одном городе. И все, что ставилось в Нью-Йорке тогда, это в основном были музыкальные спектакли, водевили. Почему? Потому что изначально еврейский театр, он был предназначен развлекать. Да? Потому что жизнь народа была настолько тяжела, что каждый еврей говорил: если я уже иду в театр и плачу деньги, то зачем мне надо смотреть чьи-то цоры, чьи-то беды, у меня достаточно своих бесплатно. Вот. То есть люди шли в основном переживать, сопереживать или развлекаться. А что может больше затронуть человеческую эмоцию, доставить человека переживать, чем музыка? Поэтому практически огромное количество песен, которые давно уже стали народными, это песни театральные из фильмов. И вот есть знаменитая песня «Мазл». «Мазл, душа не сфарьер нейным, счастье, ты светишь каждому, каждому, но не мне». Это театральная песня. В гетто Сосновки, это в районе Ровно, Волны, там этой песне был придан еще один куплет. И вот.
И если и первый куплет «Мазл душа с варьянейным», «Счастье ты светишь каждому, каждому, но не мне», «Ты каждому приносишь радости, почему ты проходишь мимо моей двери». А вот дальше на эту же музыку, после этого первого куплета, в этом гетто «Сосновка», никто не знает кто, но кто его сочинил, но появился еще один куплет. «Без крыши и без дома мы остались, мы блудили целую ночь, мы не знали, куда нас ведут, не знали, где наша цель, когда же кончится наше блуждание, придет ли этому когда-то конец, придет ли конец этой войны и вернется ли счастье ко мне». То есть это уже два куплета, которые были в гетто добавлены той вот старой театральной песне. Центр творчества во время Холокоста.
То есть даже во время Холокоста Вильна была Иерушалаем Берлина. Того, что происходило здесь, не было ни в одном другом городе. Ясно, что и в Лодзе что-то было, и был даже действовал писательский кружок, там, и в Варшаве что-то было. Но он в таком масштабе, как здесь, это просто невероятно. И вы же все, наверное, знаете уже этот альбом плаката Вильнинского гетто, который здесь вот, ну, вообще не будет издали, да? То есть это же невероятно. Вы листаете, просто вы не верите своим глазам. Каждый день есть панары, есть убийства, есть массовые казни и так далее, и все. И тем не менее, есть симфонический оркестр и духовой оркестр, и театр гетто, где 60 постановок было поставлено, и библиотека на 100 тысяч томов, и писательский кружок, и кружок ученых, и лекции проводятся, и какие-то литературные вечера проводятся, и спортивные мероприятия проводятся. То есть вот каким-то образом здесь это все объединялось и существовало, это просто невозможно осмыслить рационально. Вот рациональное объяснение этому дать. Мы ведь знаем все эти рассказы и всю эту историю, да, что была жуткая дискуссия перед открытием театра, например. И когда Герман Круг протестовал страшно и кричал, в Мессойном спилт Мюнхенский театр, на кладбище не играют театр. Потом он изменил свое мнение. Но тем не менее, то, что здесь происходило, это просто невероятно. Осмыслить это и именно здесь, вот в этом городе, то есть вот этот вот дух Иерушалаем д'Элита, этот дух просвещенчества и культуры, то есть он не сравним ни с чем, что даже в этот страшный период он остался Вильна и Иерушалаем д'Элита. Ну и, конечно, один из столпов вот того, что здесь происходило, двигатель этого, это вот этот человек Шмерки Кочергинский. То есть совершенно молодой парень, да, он в 1908 году родился, в очень-очень бедной семье. Буквально, буквально в считанные какие-то вот месяцы до начала, собственно говоря, войны он женился. В одной из первых акций он потерял свою жену, которую вели в Панам. Он остается здесь один. Он потом здесь был в гетто вместе с Уцкевером в папир-команду так называемой, да, вот они же пытали их, тоже какой надо было быть, изуитский, совершенно изуверский умение, чтобы взять писателей, поэтов в команду по уничтожению вот рукописи, библиотек и так далее, насколько надо вот какими-то страшными качествами обладать. И он сбегает из гетто, он сражается в партизанах. После войны он сделал совершенно неслыханную работу, которую невозможно оценить. Вот там где-то, я что-то не забыл ее найти, вот в том последнем шкафу есть книга, которая называется «Лидер фун гетто сун лагер», «Песня лагерей гетто». То есть он 2 года ездит по Европе, он интервьюирует людей, которые пережили этот ад, и записывает песни, которые народ создал в Холокосте. Он пишет, записывает эти песни, и в 1948 году он издает вот такую толстенную книгу «Песни лагерей гетто». Это самый большой сборник творчества народного во время Холокоста. Причем у него же не было возможности проводить документальные исследования. Он спрашивал людей, ему говорили, вот по-видимому эту песню написал такой-то, который, видимо, погиб там-то. А вот эту, и он так и пишет, все это со знаком вопроса, понимаете, он не мог буквально достоверно, у него не было возможности удостовериться. И представьте, что такое человеческая судьба. Он издает эту книгу, в 1949 году он уезжает в Буэнос-Айрес, в Аргентину, там он издает 2 толстенных тома «Ирбенгевена партизан», я был партизаном, описывает, как он здесь в литовских лесах партизанил. Он дает лекции, он выступает много, он там буквально звезда культурной жизни. В 1954 году его пригласили с лекцией, вот праздник Песах, у нас в Израиле один есть седер, а в диаспоре 2, первый и второй. А у евреев Аргентины была такая традиция, третий пасхальный седер. То есть третий седер это был обычно либо какой-то творческий вечер, либо литературный, либо музыкальный. Его приглашают в город Мендоса, это в глубине Аргентины, дать лекцию. И вот он едет туда, дает лекцию, на самолете летит назад в Буэнос-Айрес и рухнул самолет. Человек пережил гетто, пережил партизан, пережил все, что он пережил, и в мирное время разбился в самолете.
И 54-й год, он 8-го года рождения, то есть ему 46 лет. Теперь, то, что он творил здесь с музыкой, со стихами, с музыкой, это просто невероятно совершенно. Гимн, что называется, Холокоста, песня «Панам», «Штиллер, Штиллер, Ломер, Швайден», это его. Он пишет эту песню к конкурсу песни гетто. И вы наверняка знаете эту историю, что музыку написал 11-летний мальчик Алек Волковицкий, который сегодня знаменитый пианист в Израиле, профессор Александр Тамир. Александр Тамир, ему 11 лет было, потом его с отцом угнали в Эстонию, туда, лагерь там был, он выжил. И приехал в Израиль, он живет в Иерусалимском районе, Энкарем, и это такой очень горный, красивый район со старинными домами, и он себя окружил миром музыки, искусства, природы, и был одним из тех, кто подчистую, вот полностью изгнал память о Холокосте, вот как будто вот вытер ее. Он не хотел на эту тему говорить, он не хотел интервьюироваться. Знали, что это он, автор мелодии этой песни? Не хотел. Вот. И я слушал лекцию режиссера Рахели Шварц. У него в доме, в его вилле в Иерусалиме, был такой камерный концертный зал. И у него была подруга Браха Эден, ее уже нет. И они в четыре руки давали камерные такие концерты. И вот на один из концертов к нему приходит вот эта девушка, Рахели Шварц, молодая совершенно девушка, и говорит: «Это правда, что ты и есть вот тот Алек Волковицкий, который песню «Панар» написал?» Он говорит: «Ну, допустим». И она вот заставила его говорить. Она буквально вот приходила, как на иврите говорят слово «крация», вот как пьявка, да, заставила его говорить. И она его заставила, несмотря на все его клятвы, что он больше сюда не вернется, приехать сюда, в Вильнюс, и они сделали фильм по следам песни «Панар». И вот там есть очень интересный такой момент, она в лекции рассказывала, что вот он ходил вот с этими молодыми ребятами, операторами, которые делали этот фильм, и все время хохотал, все время: «Ой, здесь я помню фильмы, я смотрел ребенком, а здесь хорошее мороженое продавали, а здесь вот там школами». То есть его память заканчивалась 41-м годом. Вот все, июнь 41-го, дальше ничего. И она сказала ребятам своим, этим операторам, что «я вам запрещаю с ним разговаривать, если он не выйдет из этого настроения, то не будет фильма. Мы его должны как бы вернуть в...» И виден этот момент в фильме. Они приходят в еврейский музей, и Фира Брамсон, по-моему, уже ныне покойная, да, тогда была. И вот я видел, и там видно в фильме, она его подводит к фотографии, где он 11-летний впервые играет эту песню «Панар». И вот тут видно, как он покраснел, стал пунцовый, и вот ему вот видно, прямо у него все вернулось. Вдруг он заплакал и говорит: «Не хочу, я ухожу отсюда, не хочу». То есть видно, что у меня было. И потом вот они уже едут в Панары, и там израильская певица Миталь Трубельси и несколько женщин, спасенных из Панар, которые приехали с ними из Иерусалима, исполняют вот эту песню. То есть вот эта песня, она... Там есть такие слова в первом куплете: «Штиллер, Штиллер, Ломер, Швайден, тише, тише, давайте помолчим, вокруг могилы, Схобн зей фарфланс дисоним, гринен зей цумбло». Их как бы посадили, да, вот насадили враги, они зеленеют к голубизне. Я вот эту вот строчку, я как бы понимаю ее смысл, все слова и все, но что-то вот я здесь чувствовал какую-то загадку, мне здесь мешало. Я единственный день был в Вильнюсе, это был 91-й год, 21 августа. Я вам сейчас скажу, почему я так запомнил дату. Я тогда сопровождал сюда знаменитого человека в Израиле, доктора Исраэля Эльдада. Он преподавал в Вильнюсской гимназии Тарбут, на Пилево 4, там где сейчас община. Вот. Он был ближайшим другом Менахема Бегина. И они сидели, играли с Бегином в шахматы. У них было 3 сертификата на выезд в Палестину для, доктора Эльдада, его жены Бегина Лизы Бегин,
А Менахем, кто-то должен был принести четвертый сертификат. Они сидели, играли в шахматы с минуты на минуту, ждали, что принесут сертификат. Стук в дверь, кто приходит, НКВД. И тогда Бегина посадили в Лукишки, в тюрьму. И об этом Бегин потом книгу написал. И вот доктор Эльдар, как бы все его ученики и коллеги из гимназии Тарбут, все здесь. И вот я помню, когда мы пришли в этот день в Панары, и он стал над этой могилой, и вдруг на иврите закричал: «Хаверим, друзья, посмотрите, какая здесь неестественная зелень!» Он говорит: «Даже зелень здесь вопиет к голубизне неба!» И вот тогда у меня как бы вот эта вот строчка стала мне очень непонятной. То есть это вот эта строка, что эти могилы зеленеют к голубизне, это как бы зеленый крик, зеленый вопль к голубому небу. Теперь Шмерли Кочергинский потерял жену в одной из первых акций. И представьте себе вот человека, который потерял любимую женщину, с которой он успел прожить несколько месяцев, бродит по этим улочкам гетто и пишет для спектакля в театре вильнюсского гетто, пишет танго. То называется флеминг. Весна. Весна – символ обновления, надежды. И вот это вот танго, оно стало одной из популярнейших песен Холокоста. «Весна, забери мое сердце и верни мне мою любимую. Я хожу вокруг, я хожу по улицам гетто, я смотрю, захожу у каждой калитки, останавливаюсь, смотрю на каждую тень и думаю, где моя любимая, унесли мое счастье. И вот весна, забери мое сердце на своих голубых крыльях и верни мне мое счастье». Написал музыку к этой песне, к этому стихотворению Авраам Брудно, который написал также музыку к песне знаменитой Авраама Сунскевера «По твоими белыми звездами», которую мы услышим позже. Flex, push me, lip, lech, unza.
Я в ДДП поэзии Холокоста занимаюсь примерно 20 лет. И исследованиями имею в виду. И я должен сказать, что чем больше я в это вхожу, тем я меньше понимаю. Я, естественно, понимаю из песни, я понимаю слова. То, чего я не понимаю, это тот психологический механизм, который создавал эти песни. То есть я сам опрашивал много людей, вот, которые выжили, которые там что-то говорили. И вот я слышу разные ответы, но вот конкретный ответ на вопрос я не очень понимаю. Видимо, это что-то совершенно иррациональное, это не что-то, чему есть объяснение. И самое главное, что у каждой песни есть рассказ, есть драма. Зачастую драма вокруг песни, она более драматична, чем сама песня. Я вам только расскажу историю одной песни. В 1989 году я приехал в Израиль, я начал учиться в университете Бар-Илан, в аспирантуре, в докторантуре, как нас называют, и на кафедре идыш. И секретарь кафедры была милейшая женщина. Ее звали Лилия Гольцман, она до 120, вот мы ей только отметили 90 пару месяцев назад. Чудеснейшая совершенно женщина. Мы до сих пор очень дружны. Я знал, что она survivor, что она выжила в катастрофе и все. Но вот ее историю до конца я не очень знал и не спрашивал. И вот в результате история такая. 43-й год. Она родом из местечка, я это называю Швенцян, мне трудно выговорить, как это. Швенчонец, да? Швенчонец, это немножко не укладывается. Она родом оттуда, поскольку Вильнюс от меня километров 60, где-то так? Больше. Больше? 80. И вот война начинается, она 26-го года рождения, значит 41-й год, ей 15 лет. Прошла много кругов ада, и в 43-м году с группой из 20 девочек они находят себя в трудовом лагере, который находится между Вильней и Каунасом, Кашадар. Это летние месяцы, дождь льет, хмурый день такой, и у них такая работа была, она рассказывала, там какие-то типа глины такой, и они месили из этого кирпичи, то ли торф, вот как что-то месили из этого, и у каждой была норма, сколько они должны сделать. И вот она стоит, работает, раздетая, голодная, еле живая. И она говорит, я не знаю как, у меня нет объяснения этого. Вдруг у меня в голове это ее слово «бомбулца халид». Она говорит, вот крутится песня. Говорит, каким образом? Я говорю, ну вот объясните, вы не знаете, вы завтра останетесь живы, вам нечего делать, песню создавать. Вот как это сработало? А это ее выражение «сезаройский бекишкес», она говорит, вот изнутри. Теперь она говорит, каким образом это произошло, я тоже не знаю. Вдруг слова вот в голове у меня как бы легли на музыку из польского фильма, который я девочкой до войны видела в кинотеатре. Фильм назывался «Фалиш пивай», «Волны, поющие волны», что-то такое.
Она говорит, я прихожу в этот барак, и вот эти 20 девушек с ней, и начинаю им петь. И в этот момент песня начала жить отдельной жизнью. Вот, вот самостоятельной жизнью, без автора. Потом эти девушек там разбросала по Европе, по лагерям и так далее. Кто-то выжил, кто-то нет. И песня начала жить самостоятельной жизнью. Когда Шмерки Кочергинский создает вот, эту, вот этот сборник песни «Лагерей и гетто», он, кто-то ему напел эту песню. Он спрашивает, кто автор. Ему говорят, что автор Лея Свирски, это ее девичья фамилия, из Швинчан, и она, видимо, погибла в лагере Штутхов. Правда заключалась в том, что она, ее, если бы еще, говорит, несколько минут, было бы некого спасать. Их уже вели на то, что называется Тойдмарш, марш смерти. И вот уже наступала Красная Армия, и эти их просто оставили и убежали. Вот таким образом она спаслась. Видимо, тот, кто говорил это, выдавал эти сведения, он не очень был в курсе и был уверен, что она погибла. Она знала, что так написано в книге. Но из-за вот этой вот, вот из того, что в книге было так написано, у нее было огромное количество вот каких-то казусов в жизни. Один произошел на моих глазах. В Бар-Илан приехал гостевой профессор, профессор Йошуа Ротенберг. И он, профессор Ротенберг, значит, вел семинар по поэзии Холокоста. И он сказал каждому выбрать одну из вот этой книжки Кочергинского, одну песню и проанализировать ее. И тогда к Лиле подходит студентка одна и говорит, Лиля, сделайте мне одолжение. У меня, мне нужно одну песню сфотографировать из этой книжки, потому что мне тяжело ее таскать, я приезжаю издалека. А там была эта ксерокс-машина на кафедре, и она открывает эту песню, которая называется «У реки», ее песню. Лиля говорит, а зачем тебе эта песня? Она говорит, вот я влюбилась в эту песню, посмотрите, девушка, вот она стоит, и если у реки, и думает, ведь моя жизнь тоже так же текла беззаботно, как эта река. Пока не пришла буря, разбросала воду на моей реке, и я не знаю, вернется ли счастье когда-то опять. Вот как бы там нету ничего, ни убийств, ничего страшного, и все. Вот мысли девушки. И она говорит, и несчастная девушка, вот эта жена в таком возрасте, молодом, прямо перед освобождением, она погибла в Штутхофе. То есть она читает то, что написано в книге. И Лиля ей говорит, ты знаешь, что в книге есть ошибка. Эта девушка не погибла, она стоит перед тобой. И очень много вот таких вот казусов было из-за того, что там написано в книге, что она погибла. И вот эта песня «Beim Teufel», она стала одной из очень-очень популярных песен в Холокосте. И вот в газете «Арец», это ведущая такая израильская газета, в 2001 году она писала, вот так она называется, «Лияда Нахаль, Сипуроши Рашир», «Возле у реки», рассказ этой, об этой песне, и тут есть и ноты, и ивритский текст перевели его, и идышский текст. И уже после этой статьи ее и еще двух женщин, которые с ней были в этом лагере, Кашадорис, их позвали на радио, и они сделали часовую программу о вот этой песне. Вот вам рассказ, один, одна драма вокруг песни. Он am Eck, und ihr es liebt.
вся практически поэзия во время Холокоста, она вся сводится к одному вопросу. Где ты? То есть вся эта поэзия, она всегда как бы колеблется между двумя экстремами. Вера и безверие. В ней есть и то, и другое. Кочергинский, Суцкевер, они же все по идеологии были коммунисты и бундисты. Левые. Они были людьми, которые отошли от религии. Но что интересно, что вот в самый тяжелый час каждый из них задавал этот вопрос, где ты? Поэт, который редактировал вот этот сборник песен лагерей гетто, он не был в Европе, он сидел в Америке, его имя Гейлевик. Он тоже был коммунист и абсолютнейший еретик, без веры жил. И уже после Шоа, после Холокоста, он пишет стихотворение, наверное, самое еврейское стихотворение, которое я знаю. «Счет не закончен с тобой, Творец». Спрашивается, если я не верю, что он существует, то с кем я, собственно говоря, свожу счеты? И вот он пишет так. «Дер хэждн изнохал смедир башефер, счет не закончен с тобой, Творец». И вторая строчка объясняет все. «Афины ойпсеземы создубис не то». Если это даже правда, что ты не существуешь. То есть в чем заключается вот это вот, почему я сказал самое еврейское стихотворение? Если я даже не верю в тебя, я убегаю от тебя, то мне все равно нужен вот адрес, кому я могу предоставить свой исторический счет. Предъявить исторический счет. Говорит, счет даже с тобой не закончен, даже если это правда, что тебя нет. Und wie viel haben Menschen nicht verleugnen dir, сколько бы люди тебя не отрицали, фарнхэш бистудо, для счета ты существуешь. Вот тот же Арон Цайклин, кто написал стихотворение про имена детей, он написал такое стихотворение. Sein Anit, быть евреем, heißt Eibik Leufen, это уже после войны, heißt Eibik Leufen zu Gott, означает постоянно бежать к Богу, а viele Eibdubisten an Leufer, даже если ты убегаешь от Него. Sein Anit, быть евреем, значит, каждый день, jeden Tag, Warten auf Mashiach Shofar, ожидать голос Шофара, голос Бараньего Рога, предвещающий приход Мессии. Афилой Дубиста Койфер, даже если ты полнейший еретик. Зайнаид, Хейснишкенен Аройсфунгот, быть евреем означает не уметь отойти от Бога. Афилой Асмедвилес, даже если хотят этого. Зайнаид, Эснишкенен уферн тфилетон. Быть евреем означает не уметь перестать молиться, а филен нохала тфилес, даже по окончании всех молитв. То есть вот эти два стихотворения, они объясняют вот эту жуткую дилемму, связанную с Холокостом. Даже если я не хочу тебя, я убегаю от тебя, я все равно, ты мне нужен, ибо мне нужно кому-то предъявить мой счет. Авраам Суцкевер, герой Виленского гетто, о котором я не должен здесь много рассказывать. Вы все знаете это имя, и наверняка знаете его историю. Авраам Суцкевер, вот это уже, опять же, свое знаменитое это стихотворение «Под твоими белыми звездами», он тогда не Вайса Штерна, музыку, на которой написал тот же Авраам Брудно. Смотрите, это практически песня-молитва. Хотя он абсолютно левый, отошедший от религии человек. Это песня-молитва. Если мы думаемся в слова «под твоими белыми звездами», то есть в первом куплете, в первой строфе стихотворения нет адреса, мы не знаем, к кому он обращается, чьи это белые звезды. Что это? Может, это к женщине, может, это к... Кому он обращается, собственно говоря? «Под твоими белыми звездами протяни мне свою белую руку». Вообще белый видыше в еврейской традиции – это цвет смерти, это не хороший цвет. И вот с одной стороны чистоты ритуальной, а с другой стороны смерти тоже. «По твоими белыми звездами протяни мне твою белую руку». И только во втором куплете
мы понимаем, кому он говорит. Говорит, у них will doch Gott getreuer, я хочу, мой верный Бог, dir vertrauen mein Vermehr, тебе предоставить мое имущество. То есть ты мне дал мой талант, мои стихи, мое творчество, я сгораю, мои, вот все, я сгораю, моя жизнь вся сгорает, и поэтому ты мне их дал, и я тебе возвращаю то, что ты мне дал. И в конце он заканчивает эту песню, и я бегу по крышам, бегу по лестницам, у них зух в убийству, ву, я ищу, где ты, где ты? То есть вот этот вот совершенно неверующий человек в этот момент ищет где? 43-й год. И вот эта песня, она, как и многие другие, она символизирует вот этот поиск Бога в самый страшный момент. Когда самые неверующие люди ищут где-то. Самые известные песни Холокоста, они созданы были, включая партизанский гимн. Ведь совершенно молодой парень, Гиршке Глик, пишет эти слова партизанского гимна на музыку, которая никакого отношения не имеет ни к партизанам. То есть музыка покраса к старому советскому фильму,
она называется «Терская походная». Эта песня была «Терская походная». И то не тучи, грозовые облака о казаках донских, которые создают колхозы и так далее. То есть никакого отношения к этому не имеет. Кто уже помнит сегодня вот оригинальную песню? Да? А гимн еврейских партизан знает весь мир. То есть совершенно новые слова на другую мелодию. Ну и мы закончим песни, которые, вот вы знаете, которые песни Шмерка Кочергинского, которой нанесена обида вот этой песни. И вот песня «Зодшей Румен Дегеуле», «Чтоб пришло уже избавление», он пишет слова совершенно апокалиптические, но он их прикладывает к музыке, которую приписывают знаменитому основоположнику религиозного сионизма раввину Раву Куку. Сама музыка, она очень такая зажигательная. И вот есть очень много исполнителей, которые не вникают в смысл слов и поют ее как какую-то польку такую заводную. А слова совершенно ужасающие. То есть вот представьте себе вот эти партизаны в этих лесах и так далее. И вот он говорит, он гезолит ойфнарцен, на идыше говорят, когда не горько на сердце, а солоно на сердце, а слезы имеется в виду. Когда солоно на сердце, мы делаем лыхаем, то есть пьем. Пьем рюмышка. Если грусть нам не дает покоя, то мы поем песню. Если чем можно сделать лыхаем там в лесах у партизан? Если нет немножко водки, то мы будем пить воду. Ибо маем хайм, это еврейские слова, маем хайм из дохаим, живая вода, это и есть жизнь. А в те страшные дни, что нужно еще еврею? Сохранить жизнь. Дальше. Согласно еврейской традиции, Мидрашу, Мессия придет или когда все поколение грешно, или когда все поколение праведно. И вот он говорит, «Сызадорфун кулахаев» – это в любом случае поколение, это все грешно. То не будьте глупцами. Если будем грешить, то Машиах придет быстрее. В чем заключается грех? Противиться этой страшной судьбе, то есть воевать, взять оружие в руки. Говорит, придет быстрее. Ах ты, его друг он, коммунист. И еретик, безверец, говорит, ах ты, Отец Небесный, просит тебя милосердное, смотри, чтобы Мессия только не опоздал. И дальше мы видим какой-то апокалиптический танец между жизнью и смертью. Он говорит, на земле, в лесах танцуют деревья, на небесах танцуют звезды, и кто находится в центре этого страшного танца? Ребесрой, то есть еврейский народ, крутится посередине. И вот надежда. Проснется Машиах от своего глубокого сна, когда он услышит нашу молебную песню. И вот припев «Пусть уже придет избавление» – это не вот веселая полька, а это требование «Пусть уже». Вот это первое слово «Золушин», «Пусть уже придет оно». Это как бы требование, даже не просьба, это гораздо сильнее, чем просьба. Поэтому у этой песни совершенно апокалиптические слова. Если не вникать в ее, а идти за музыкой, то она превращается в нечто совсем другое.
Я только хочу сказать, что то, что мы дали здесь, это из этой темы, это, ну, я не знаю, меньше, чем капля в море. Вот. Это настолько огромная тема. И каждый раз, когда, вот мне кажется, ну я уже, наверное, все прочел, но я уже, наверное, ничего себе не обновлю. И каждый раз вот в Израиле, вы знаете, приходят люди, кто-то вот делал ремонт, нашел на чердаке какую-то вот тетрадку с какими-то стихами, что кто-то писал в Холокосте, кто-то еще что-то нашел. И каждый раз вот приносят еще какой-то океан, который никогда-никогда не заканчивается. Спасибо большое за внимание. Спасибо.